Я искала, где вот тут вот. Ты на чём, батя, не сидишь? Капец, это самое лучшее видео, которое я снимал за неделю, чуваки. Вы знаете, это долго. Шахта, не шахта, не знаю. Ну вы можете сдаться, чуваки. Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня с вами снова я, The Master, также со мной еще Сквидвард. А, всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Риспон Сквидвард. Со мной еще Киберлина из будущего. Бурмауф-мауф. И Райди Хиро из прошлого. Всем привет, ребята. Ой, чуваки, секунду, я крякну Майнкрафт, погодите. Да. Короче, ребятки, мы снова оказались в этом величественном амфитеатре. Зачем? Нифига. А, ну, это не амфитеатр. Играть, нет? Ну, неважно. Короче, мы сегодня будем играть снова в прятки, потому что вам они понравились. И если вам нравятся прятки, вы хотите, чтобы мы больше играли в прятки нашей дружественной компании, то ставьте ваши лайки, потому что здесь еще есть интересные карты. И сегодня нам выпадает Красти Краб. Будем сегодня прятаться на Красти Крабе. Ура! Вы что, рамбаките? Ненавижу Красти Краб. А ты же на работу где ведем, да, Сквидвард? Кисма, ты включайся мистер Крабс, а я буду Сэнди. Да. А я тогда Спанч Боб. Ну что, Сквидвард, пойдем с тобой работать. Нет, дайте ты планктон. Так, погодите. Это по каким критериям ты его так оценила? Реально, я что, маленький что ли? Так, давай. Ради, ты первый жмешь кнопку, так, мы тебя долго ждали. Конечно. Опа, сразу зелень. Хорошо, Лисман, теперь ты. Опа. О, Лина, теперь ты. Давай, я теперь жму. Опа, Ради, теперь ты снова. Лина, это просто кое-что. Сейчас, походу, ребята, не черная, а красная выпадет. Давай, Ради, жми. Давай, черный. Да, Ради ищет, Ради, смотри, короче. Все понятно. Берем по стаку фейерверков, чуваки, берем все, кроме Димаса. Димас, а ты бери это меч Хантера. Меч Хантера. Так, как он блин, работает, я упал. Так, можно смотри, встань сюда и считай до 30, и F1 нажми, не подглядывай, а мы идем прятаться. F1 и считаю до 30. Поехали. Так, раз, блин, капец. Два. Я ни разу здесь еще ничего не видел. Быстрее ищем. 15. Нифига, крутое место нашел, чуваки. 14, офигеть, здесь крутые нычки. 20. Вы что, у нас интернет вылетел? Да. Нет. 20. Блин, я нашел нычку, из которой не выбраться, чуваки. Так, я вижу, Райди бежит. Бежит. Ну, а где он? Я его тоже вижу. Бежит. Хорошо, Димасик, так я застрял, я могу дать тебе подсказку, где я. Да ладно, может. А, нифига себе, я, кстати, слышал что-то слева. Я тоже слышала. Ой, я видела ник стоящий. А ты, так нельзя по ногам бить, Лежачих не бью. Ты чё, офигела? А ну-ка давай. А нельзя. Слышь, ну-ка, свалил отсюда, да? Минус один, ребята. Короче, в туалете кнопку не жмите, а иначе вы это, в туалете если кнопку нажмете, то... иначе смоетесь. Короче, там вы обойдете в нычку, в которой, типа, из которой никак нельзя выбраться, кроме как если вас убьют. Меня убили, теперь я Хантер. Опа, здорово. Опа, куда она там пошла? Отстань! А что, всех пойдут? Смотри, Костян бежит, Лина бежит в центр города. Где, куда она бежит, Во-в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 о-
Я от Карла запнулась, нет! Поймали. Последний Рисман остался. А где Рисман был? Где Рисман? Да, говорили, ты видела Рисмана? А чё, Рисман молчит, он нас игнорирует. Я тут, нет, я не молчу, я здесь, я просто... А, он под землёй где-то бегает, под землёй, ты видел? Персонаж? Под землёй бегает? Под землёй? Да, он где-то под землёй, кажется, пробежал, не? Да. Я его ник видел. Я сразу в самый дурацкий нычки. О, я знаю, где ты, Рисман, я тебя видел! Ха-ха-ха, ну и где же он? Я его поймал, все, я его поймал, 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 все, да, я поймал. Все, поймали меня, поймали. Но, кстати, в этот раз, ребята... Ой, как мило, ребята, посмотрите, здесь медузка готовит, господи. Да, там есть такая комнатка, там есть. Тут очень все круто проработано, очень крутые карты. Мне нравится, красиво. Посмотрите просто на это. А заменяет Спанч Райди просто. Райди Спанч Боб? Да, Райди Спанч Боб. Вот это нычка. Прикол. И смотри, что ты нычки изучаешь. Так, смотрите, все на спаун. А как Рисман туда попал на спаун? А, тебя убили. Так, давай, Рисман, вставай сюда, да, получается. И считай, делай отчет. Кстати, ребят, заметили? В этот раз карта меньше, но нычек вообще дофига прикольный. Ой, это Сквидвард идет на охоту, чуваки. 21. 22. Он что-то подсократил немножечко. У того депрессия. Ну это же Сквидвард. Так, ну что, погнали искать. Погнали искать. Что, слабо найти меня, Сквидвард? Ой, я вижу, он на гору лезет, на гору, да, лезет? Да, нет, в горе уже. А, уже в горе? О, я вижу, как пост она. А где ты меня видишь? А, я тоже вижу. Чёрт. А, Кисман, что ты сделаешь?
А за что? Кто-то может есть? Сквидвард, знаете, это ироничный Сквидвард, который заблудился в Красте Крабе. Ну потому что он тут не работает нормально. Так, ага, здорово. Здорово. Где он? Здорово, Рисман, че, как дела? Отлично. Так, а ну-ка. Нифига, а, он там в щелку залез, убили, протиснулся. Серьезно? Прямо. Что за да, щелка? Что за щелка? Блин, у меня такое офигенное место было, но ты что, ко мне Рисман не привел, зачем? Димасик, тогда он честно так залазит, ты что, через спаун туда залез? Так я в щелке был, он меня нашел там. А, что ты что? Да, я его нашел. А ты что, в щелке был? Да, он влез туда. Он еще говорит, я не то, что Дима, я стою кекаю. А блин, а где Рисман-то, я его потерял? Он в щелке там же? Короче, ну вас нафиг, я уже ушел с этого красти краба. Я не искал тех, кто далеко. А, понятно, поэтому ты пошел по щелкам, да, всяким прыгать? Это что такое, я по щелкам, да, пошел прыгать. Так, да, не, так. Это не кажется, тебе. Мне кажется, я понял, где Лина. Где? Нет, ты не понял, где я! Да, где я понял, я играю. Мне тоже есть меч, я буду драться! Здорово! Блин, ну нечестно, мечом. Блин, чуловое место, кстати. Вот это место очень чуловое. Ну ладно, я его разок огрела, нормально. Стой, Кисма, привет! Кисма, привет! Кисма, привет! Не надо, не надо! А что, Кисма нашла его? Нифига, красотка. Я буду с тобой. Что делаете вообще? Ух ты, тварь! Я где урон получаю. Все, меня убили, ребят, меня убили. Я говорю, ладно, давай Кисма вместе прятаться. Так, ну ладно, меня последним нашли, поэтому сейчас буду я искать. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Все, я пошел искать. Конечно. Ого, нифига, это что, здесь нычка такая есть? Чего? Какая там такая нычка? Какая такая нычка? Блин, тут есть просто офигенное место, вы не представляете, какое оно крутое, но фиг знает, конечно, как туда попасть. Кисма, ты что, у меня горный козел? Лина, смотри, ты своим традициям не изменяешь. А, Лина опять в трубе, да? Нет, что, рай, эти твари. А я, Лина, у тебя башка торчит. Ладно, мне пока не лезть на красти краб. Походу, труба не такая длинная. Ладно, я пойду побегаю. Давай, давай. Радя, ты что, не изменяешься с традициям, да? Я в щельке, да, опять. Опять он в щельках? Да. О, Димас бежит, Димас бежит. А куда бежим? Оп. Куда бежим, Димасик, куда бежим? Да я не понимаю, Костян, что ты от меня хочешь, пощади. Пощади. О, ну я все ближе и ближе, все ближе и ближе. Костян, отпусти и забудь. Все ближе. Вы что, там в ралли играете или что? Забудь! Все, блин, дядя Вася, нет смысла убегать, доставайся уже. Зачем ты затягиваешь? Кисма, хочешь, я тебе помогу? Зачем тебе это? Не, ну он затягивает, чуваки, он затягивает. Он реально затягивает. Ну давай, ладно, окей, будем сейчас 5 минут бегать. Да не-не-не. Сань, вырежи это все, пожалуйста. Ускори это шоу панихина, пожалуйста. Да блин, это нечестно вообще. Если ты хотя бы пытался сбежать, но ты бегаешь по кругу, чувак, серьезно. У меня был план, у меня была тактика. Чтоб он выдохся? Чтоб он выдохся, что ли? Задолбал все это бегать. Это знаете, как в GTA, когда долго бежишь, а потом кажется, так себе, конечно. Нормальный бы искатель пощадил, дал фору. Короче, может, будем играть еще четвертый раунд? Нас Лина еще не искала, да? Да. Короче, я, наверное, уверен на 78%, что в следующем раунде меня будет очень тяжело найти. Ну тогда не прячься там. Так а что, бегали за меня, могли бы не бегать. Где? Нет. Минус Лина, где Рис? Рисман, дай фейерверк еще раз, последний раз. Ну-ка, Рисман. Я по себе фейерверком попал. А, понятно, он чамбаки там в катакомбах где-то. А, понятно. Наверное, в той комнате, где куча всяких этих штук. Да. Ну, это очевидно. В какой-то комнате, где куча всяких штук. И все идут в то место, в которое я сказал, да? Я, ребята, не знаю, что буду делать сейчас. Вы там... Вы нашли! Ну я это, я прикалывался. Кисма, прикалывался, у тебя приколы. За что ты так прикалываешься? Так, ну все, последний раунд нас ищет Лина, правильно? Лина, где ты, давай я тебя убью. Вообще, на самом деле, мы даже, мне кажется, половину телепортов не нашли, которые здесь есть, потому что я уверен, что можно красить. Я бы еще раз сыграл. Я видел. Но, ребят, если наберем много лайков, то мы еще... Или хотя бы просмотр. Или хотя бы просмотр. Да.
Ладно, ребят, ну что ж там, лайки, что, даже просить не будем. Посмотрим. Хотя бы посмотрите этот видео. Идите, друзья. Ладно, я считаю. Давай, давай. Уже. Кто не спрятался, того я найду. Такое место у меня, конечно. Ой-ой-ой. Ой. Так, Лина зашла в Красти Краб. Лина зашла в Красти. Нет, я не в Красти Крабе, нет. Так, да, Лина куда-то там в сторону Краба. Рисман, фейерверк, давай. Ну, открыто, ты прям увидишь. А что я-то? Я слышу, ты не закрылась, дверь закрылась. Оп. Опа, она в катакомбах! Это Рисман, что ли, в катакомбах? Да, отлично, отлично. Да, что это у нас здесь такой? Да-да-да, да-да-да. Убегайте, пока есть возможность. Да он там же сидит, слышь, Кис, вам не кажется, там же сидит? Нет, там же его нет, я уже проверила. Хм-хм-хм-хм-хм. Че, его там нет? Или это была не катакомба? Не-не-не, это была катакомба, я явно со стороны катакомбы эту херню слышал. Видос выйдет, так поржете. Да? Хм-хм-хм-хм-хм. Ты вообще не в катакомбе. Или потом покажу. Капец! Ну, чуваки, мне нужна помощь. Слушай, Лина, я могу ошибиться, но, по-моему, ты очень рядом с Рисманом, раз он нам сейчас такие слова говорит. Димасик, а ты фейерверк не хочешь бахнуть? Я бахнул. Рисман, ты бахнул? Бахнул. А вы говорите хотя бы, когда бахнул. А я бахнул фейерверк, да, в своей голове точно бахнул. Лина сразу. А, в своей голове точно бахнул? Да погоди, там точно, ты слышала снова скрип дверей из катакомб? Скрипят, как их смазать? Как их смазать? Тут просто можно бегать по этому лабиринту и фиг найдешь. Рисман, Рисман, ты, может, тебе ярко бахнешь? Непонятно. Услышала, но не увидела. Ну-ка, где-то он был явно точно, где-то ты на бахнешь. Да, Рисман, хватит дверьми хлопать, тварь, ты нас просто обидишься. Не обратно в катакомбы иди, что ли? Слушай, ну походу. О, где-то рядом было. О! Ты видела? Нет, не видела, но слышала. Не, она Диму еще не нашла. Может, Диму найдешь? Он не в катакомбах, он не с нами. Да, ну может, не с вами, да? Причем, знаешь, причем я-то знаю, где Рисман. А я когда спрятался в катакомбах, я спрятался так, что он не видел, куда я спрятался. Да вы достали, я эти катакомбы сквозь и поперек прошла, их там не было никого. А кто там хлопает дверь? Это Рисман бегает там двери постоянно. Нет, сквозняк, брат. Ясно. Ну это вы меня троллите тогда. Да? Димасик там еще на гору залезал, Лин. Ага. Я только с горы слезал в катакомбу, и вы мне говорите, на гору иди, да? Привет, дорогой! Ты поняла, там дверь. А Димасик сверху бежит, Лина, Димасик сверху, смотри, Ник сверху! Да куда, как я вылезу? А я бегу за ним уже, я бегу за ним. За ним Лиза уже бежит. Давай, 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 давай! Это что за катакомбы такие? Это что за двойная ловушка была с этой дверью? Это вот так вот, и вот так вот. Да господи, дурак. Последний удар решающий был. А что, все, вы поймали Димасика? Блин, там. Ну, кстати, вы слышали, что я... Я с тобой в прятки больше играть не буду. Тиммейты должны помогать друг другу. А погоди, мои тиммейты, я хотел дольше всех продержаться. Помните, в прошлом раунде я сказал, что я продержусь дольше всех, да? И кажется, я продержался. Ну так ты же какое-то читерное место нашел. Да, конечно. Давай фейерверк. Сейчас его найду, я знаю, где он около меня фейерверками тут стучал. А ну-ка. Около тебя и около Рисмана, да? Я из этих катакомб еще минут 5 назад ушел, чуваки. Вы что, серьезно, меня там ищете? А я не ищу. Боже, капец, это самое лучшее видео, которое я снимал за неделю, чуваки. Вы знаете, это долго. Шахта, не шахта, не знаю. Ну вы можете сдаться, чуваки. Послушал, пропал, я просто не слышу, как он злозлился. Ору. Ладно, Кисман, дай подсказку. Давайте. Давай, где ты? Я искала, где-то в дворе, вот тут вот. На чем, батите сидит, что ли? Да непонятно вообще, на чем батите никого нет. Ладно, я что не тянуть, могу подсказать вам. Я, короче, где-то в катакомбах. Вы, Лина и Рисман рядом со мной раз 10 прошли, реально, просто вплотную. Да ты достал. Прошоркали своими носами рядом со мной, понимаете? Я там каждую дверчик, а ты как Рисман спрятался. Даже микрофон не вывозит. Даже микрофон не вывозит. А, нет, это я был. Боже. А, это Райди Хиро. Нет, это самый лучший видос, чуваки. Он просто такой контент делает. Так что Димасик прошел рядом со мной, прямо понюхал меня вот так.
Ну все, мы потом идем. Прям понюхал меня своим носом и такой... А знаешь, как ты дверь чекай с обеих сторон просто? Кисма, выходи, чтобы мы тебя не обидим. Ой, чуваки, ну это пипец. Не, ладно, я могу выйти и не покажу вам, что за нычка была. Чё? Так, ну все, надо его добить. Кто будильник мне отразил? Я обратно споткнулся. Давай, давай, с обратной стороны, с обратной стороны. Ты реально зачем ты отсюда пошел? Я бегу! Нафига ты отсюда пошел? Так, и где он? Где он? Потерявся, да? Как его потеряли? Крисман, ты офигел. Это ты виноват. Залезу на трубу, буду искать. Ой, Крисман, привет! Ура! Нашли, нашли, нашли. На трубе он был. Я заранее спиной бежал все это время. Нормально. Так, ну чё, чё, кто следующий? Ну чё, ловим. А всё, меня ещё не поймали, я чё, чё, какой следующий? Да нет, ну не ловим, когда комбо, ну пожалуйста. Прыгай, прыгай, прыгай. Блин, да не бей меня, Рисман. Чуваки, вы чё рофлите? Кисма. Что, поймайте меня, если сможете. Давайте, давайте, я преследую его, я преследую сверху только. Давай, Спидвар. Ребят, я сверху его преследую. Сверху преследуешь, как в катакомбах, когда он... Ну типа я по его нику... Ой, он куда-то в красный карп походу. Ааа, собаки, не, ну чуваки, не, чуваки, вы должны признать, что я победил просто. О, господи. В этой катке я победил, прям вообще жестко. Ну ты и кисло. Я под конец уже решил вас не мучить, просто вынес, но я скажу так, каждый из вас около меня пробежал, прям вот реально носом провел. Я прямо видел, как вы пробегаете. Это такая ловушка была просто. Годно, годно, ну все. Нормально. Ладно, могу вам показать это место, хотите, могу показать вам это место, Бобик, чтобы вы понимали. Вы просто сейчас все обосретесь, чуваки. Давайте сюда идите. А? Здесь это медузка, чили, да, и вот так берете. Ага, оп. Ага. А тут сидел я. А я здесь... Нет, ты здесь не была, ты здесь не чекала. Нормально. Ну понятно. Знаешь, что самое смешное? Самое главное правило, знаешь, какое было? Когда вы уходили, я эту дверь опять открывал. Чтобы когда вы шли... Опять то же самое было, да? Да, чтобы вы когда шли, короче, вы опять закрывали. Ну, я только одной дверью хлопал, я за вами закрывал постоянно. Да, ну что ж, дорогие друзья, это все, с вами были Демастер, Рисман, Райди и Лина. Если вы хотите больше таких крутых, фановых, смешных видосов, то ставьте ваши королевские лайки. Ну, это мы с вами... Хотя бы смотрите. Или хотя бы смотрите. О, нифига здесь нычка была, а чему ее не видели? Ого. Я видела. Это из катакомб выходит. А, да? Да. Да. А, я не выходил ни разу из катакомб. Нормально. Я только в них входил, да. Да, ну что ж, да, ну это все. Подписывайтесь на наши каналы. Всем удачи и всем пока-пока, ребят. Пока-пока. Всем пока-пока.